Так, ну. Прыгай в портал. Все, давай, теперь начинай запись. Слушай, вот я начал запись до того, как ты сказал начать запись. Я начал запись. Барни Колхун, смотри, он долбится в дверь. Ты играл в Blue Shift? Нет, Blue не играл. Кстати, аккуратно, тут из трамвая можно вывалиться нечаянно, так что... Я пробовал, мне не получается. Короче, на дворе 2016 год, февраль, середина. И почему-то БСП захотел перепройти Half-Life 1. БСП это тот, который в розовом, в котором я сейчас застрял, черт возьми! Миша, блин, пусти! Не дергайся! Не двигайся, главное. Ой-ой-ой-ой. Беги скорее, скорее, беги! Уйдет же. Черт, не успел на работу устроиться, а тут такая подстава. Что делать? Как запрыгнуть? Ё-моё! Блин. Да и... Давай на меня прыгай просто и как бы запрыгни. Да, если бы так все было просто. Ну ладно, тогда C команд суицид. C команд суицид. Ну ладно, хорошо. Вот так прошел первый день. Бесславно. Никто не ожидал, что ты можешь респавниться, кстати, уже. О! Теперь лучше не двигайся, давай просто молча. О, тут места для инвалидов. Просто... Как раз сегодня, я помню, сегодня на Дэдпул ездили, так. И мест для парковки не было, было место для инвалида только. И тут как бы сразу я вспомнил про свой скилл в Варкрафте. Все посмеялись. Понял. Вот, так что можно посмеяться. Я сижу здесь. Как ты... А. Вот лучше не присаживаться, кстати, из-за этого, по-моему, как раз получается проблема. Я думаю, что проблема в том, что ты какой-то призрачный. Смысле? Ну тебя колбасит у меня. А почему я не могу сменить скин? Меня вот это беспокоит. Это не то, что тебя должно беспокоить в данный момент. У тебя голова не кружится, нет? Нет, у меня все хорошо. Так, если я попробую вот так вот сделать. Apply. Нет, погоди. Apply. Ну-ка. Может, надо только после этого? Drop current web, automatic camera, media player, mission briefing, player model. О, тебя отпустило, смотри-ка. Хорошая новость. Ну и чё? И чё, не работает? Ах! Это, видимо, из-за движения кабинки такой эффект проявляется. Ну это, кстати, видимо, может быть из-за мультиплеера составляющих. Не могу я сменить скин, очень жаль, потому что их тут дофига, ты показывал ребятам какие-то? Не-не-нет. Понял. Вандализмом тоже не. Ну а почему? Вы оказались в вагоне. Давай попробуем тут пометить все. Слушай, какая предыстория? Мы ученые, куда нас, зачем? Мы физики, теоретики. Гордоны, Фриманы, да. Ну я-то Гордон, а ты тебя как назовем? А я буду... Мы братья, насколько я понимаю, да? Фриман. Какой ты Фриман? Я буду Майкер Фриман. Нет, Майк Фриман. Так, Player Model. А если вот так вот? Тоже не работает. О! Миша, я... О, так мне больше нравится. Погоди, а кто? Что-то не то. Добрый вечер. Слушай, у вас и прически похожи. Воу, 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 воу. Тихо, все, 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 хватит. Лишняя информация. Так, так, так лучше даже. Че, погоди. Раз это теперь заработало, теперь я нормально себе сделаю модельку. Тебя как слишком широкий лоб. Все, я буду твоим охранником личным. Ну, было лучше, когда ты был девчонкой. Но... Будешь моей личной охранницей. Ну или там кем, как захотим. Ну так вот тогда. Опа! А ну-ка в профиль встань, пожалуйста. Нормально, нормально. Позеленело? О, отходы. Радиация. Не, мне все-таки казалось, что лучший вариант был. Рыжий? Теперь я буду Гордоном, например. Ну, как хочешь. О, мы приехали.
Please stand back from the automated door and wait for the security officer to verify. Ладно, в общем, я твой личный охранник, ты Гордон Фриман. Поехали. Ну а имя-то у тебя не есть, личный охранник? 07. Ты палишься. Кстати, я почему-то запомнил модельку вот этого товарища, который нам открывает дверь, немножко другую. Может быть, тут все-таки что-то переработали. Надо было держаться подальше от двери, тебя же учили. Какой-то ты слабый агент, 007. Зато я бессмертный. А что за классик мод? Yes, no. Я уже yes нажал, и хочется классики. Я не знаю, что это. Тем не менее. Ну, там консолечком. Хорошо устроился, да? Ну, не расслабляйся только сильно. Change level. Хорошо. Закроется. А ты когда проходил первую халфу-то? Расскажи. Ой, вот если не считать Black Mesa, то очень давно, просто очень давно. Ну, Black Mesa, то есть где-то пару лет назад, или даже 3 года, а вот оригинальный Half-Life я даже уже не вспомню. В чатике пацанам привет. Видим сообщение о лагах в части пользователей. Ильдар разбирается, все в порядке. Black Mesa Research Facility. Оу, oh, yeah. О, это же Томас. Томас, а что это за кнопочка у тебя? Тут все жмется, все работает. Вот это да. Нет. Кстати, у тебя анимация прикольная, когда ты лезешь туда. Ладно, давай. Поехали. Да. Ребята ждут, когда начнутся всякие веселости, поэтому не будем их. Я, кстати, не помню. О, G-Man! Подожди, мы же его видели, когда он на поезде сюда ехал. Как он тут очутился уже? Ну это же G-Man, что он повсюду. Погоди, я могу на окне нарисовать? Это не он. Как-то не он, это он. Он? Да. А ну-ка отодвинься, так посмотрю. Сектор Кулант, резерв фасиль, там охладители какие-то. You know, короче, нам не сюда. Окей. Я уже забыл на самом деле. Да я пошел правильно сначала, потом... Ты распрыжки перемещаешься. Ну конечно, тут же распрыжка действует, между прочим. Должна. Два придурка. Access denied. Какой denied? Давай, я охранник. Да вы издеваетесь. Мы не туда пошли опять, что ли? Тут два поворота-то было всего. Да. Где мы могли ошибиться? А, вот сюда мы не ходили, костюм, да? Нужен. Сюда ходили. Ну, прямо не ходили. Не, погоди. Костюмы, да, точно. А где они? Ну, я пробовал. No smoking area. А, ты вот здесь не был, тут же раздевалка. Да? О! Костюм нашел. Нет, доктора Клейнера нашел. И... Ты где там? Я в начало возвращаюсь, правильно? Нет. Качественный контент. Короче, ищи красные знаки. Типа no smoking. И, то есть без смокинга, в смысле, нельзя. Ага. Блин, ну Миша, куда ты? Куда ты пошел? Аптечку нашел. То есть это того товарища, который нас не пускал, да? О, отлично. Доктор Клейнер. Ничего себе. И микроволновка. Вот это все Майкер. Кстати, в отличие от второй халфы, по-моему, тут работают эти автоматики с колой. Блин, пить захотелось. Ну и, собственно говоря, Authorized Personnel Only, здесь наши костюмы будут. У-ху! Наши. Эй! Ха-ха! Ну как? А, ну ты никак, ты не изменился. Да, не изменился. Как я сейчас буду выглядеть, интересно.
О, нифига себе! Я не изменился. Не изменился. Сейчас, погоди, тогда я сделаю так, чтобы я типа изменился. Музыка пошла. У тебя тоже музыка такая, да? Что ты? Ну нормально же, нет? Да, возвращаемся только. Какая дверь? В смысле, мы так туда не пускали. Да-да-да, идем. Да, играем мы на максимальном уровне сложности, как вы могли догадаться. Потому, насколько долго мы ищем. Так, не сюда. Там, где сетчатка, да? Проверяли. Блин, я в начало пришел. Первый Half-Life, господа. Господи ты, боже мой. Это потому, что мы сюжет не слышим. Мистер Фриман, куда вы? Без сопровождения. Давай, открывай уже. Access denied. Динаем его, Ладно, поехали. Can we do this later? Поприставал ты к нему, да? Ладно, попробуем. О, смотри, агит-плакаты. Да, Hydroelectric Dam. Мы, кстати, туда должны будем прийти в итоге. Safety. Видишь, что? Американский флаг. Security Force. Там открывается, не открывается? Ну, пока нет. То есть, погоди, нет. Открываться должно, мы, конечно, труд сделаем просто. Так, ну можем... Оп-па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 
О, господи. Нормально, у нас половина хп. Половина? У меня 22. Ох уж эти суровые игры. Лестницы, ну лестницы тут такие, на самом деле. Да, лестницы опасные. Ты, кстати, можешь нажать C, Player Model, и там выбрать себе, какую надо. Не хочу, мне, меня устраивает. А вот все эти операции после... Каким родители сделали, таким о! Должен остаться. О! Это же Элай. Элай Венс. Ты помнишь его? Со второй части? У которого дочка, да? Это да, он? Да. Он немножко не похож. Не похож. Полигонов маловато. А можно как-то бейджик почитать его? Или они все одинаковые? Слушай, что-то, кстати, мы... Что? Может, ты один туда пойдешь к реактору? Не-не-не, у тебя костюм. У тебя тоже костюм? Не, у меня рубашка только и галстук. Я отсюда посмотрю. Миша, подойди сюда. Это же очки надо. Смотри на него. Да, ну они двигаются. Редко, но двигаются. Но похоже, да. По-моему, нет. Так, ну... Ну, все, вперед, что? Пойдем. Нас не просто так на работу взяли, мне, правильно? Мне, кстати, запомнилось, что тут больше всего было. Ой-ой-ой. Что-что-что, где кто? Все, сломалось. Уже? Я... тут хэдкрабы же могут... Не, пока тут никого еще нет. Так, внимание, лифт. Опасный момент. Там нет лестницы, поэтому не переживай. О, хорошо. А почему мне больно? Почему? Мне кажется, у тебя 8 хп. Я предупреждал, кстати, что... А как бы мы поедем вообще? Поедем, конечно. Воу-воу-воу, закрутило. Можно было и пешком спуститься. Зачем лифт в такой ситуации? Тут где-то... А, да-да-да-да-да-да-да, все. То есть где-то здесь еще Джимена мы увидим, наверное. А может быть, нет, не увидим уже, тест лаба. Ну, откройте. Level change. Вот это графон, вот это сюжет. Вот это поворот.
Я надеюсь, сюжет никому не надо рассказывать, все и так прекрасно понимают, потому что здесь мы будем искать улики тому, что Half-Life 3 уже вот-вот выйдет. Everything will be fine. Although I will admit that the possibility of a resonance cascade scenario is extremely unlikely. Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. Да, highly trained. И professional тоже правильно сказали. You're right. Gordon, we have complete... Я не проходил Хейл, сюжет нужен. Ну, раз нужен, вы должны идти на Вики, потому что тут вы вряд ли сможете его получить. Только не в коопе, только не с Майкером. Опа! Короче, нас пригласили в какой-то центр для того, чтобы подсобить с вот этой вот штукой, которая похожа на реактор. Вот, и все идет по плану. Так, ну давай ты внизу, я сверху. Да, 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 давай. Я буду нажимать кнопку, ты будешь... Бегать. Legwork, так называемый. Да, your suit. У меня-то сьюта вообще никакого нет. Вставай в центр, такие добрые люди. Под проекторы. Ой, проекторы. Прожекторы. Ну и под прожекторы тоже. Carrier has arrived. Carrier has arrived. О, могу жать кнопку. Жми кнопку. Пошло, 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 пошло. Вращается барабан. Интересно, какой сектор будет. Я, кстати, звуки погромче сделаю у себя. Вот это графика. Сейчас у тебя там из сетки полезет этот... Не спойлери. Не-не-не, ну этот девайс, который нужно будет двигать. Ты, кстати, его когда задвинешь, сразу сюда просто поднимайся наверх, все. А! Молодец. 36 хп. Это Major Fracture Detected. Окей. Мне морфий вкололи, все нормально. Блин, из-за освещения кажусь лысым на вебке. О, боже мой. А как вы кооп играете вдвоем? О, вот тебе подогнали пылесос. Да, блин, я опять чуть не упал. В общем, я заснял, давай, Миша. И поднимайся, да, скорее наверх, наверх. Воу. Наверху безопасно. Отлично. Мы тут в безопасности. Я как профессиональный охранник тебя проверяю в этом. Ваша жизнь, мистер Фриман, в безопасности здесь. Главное, не двигайся. Это я дышу тебе на ухо, не переживай. СМС-ка пришла от Гордона Фримана. Вы уволены. Даже не стали обсуждать. А наверх. Скорее наверх. Воу. Так, тут все хорошо. Видишь, что делаешь? Они мирные. У тебя, кстати, инет лагает. Ты стал пикселеватым и рабовосишь. Планета Шельдяка. Это все с реактором что-то напортачили. В Новосибе, видимо, он у вас стоит. Я просто в программе защиты свидетелей уже. Хорошо. Господи. Что это за... Перезвонить, может? Я слышу тебя, да. Это главное, что ты меня слышишь. А survival мод какой-то стартинг, это что значит? Да. Написано. Главное, чтобы ничего не это. О, no more respawning allowed, Миша. Что? Не будет никаких респов, поэтому не умирай. Что? Не будет респов. Да не может такого быть, слышишь?
Я сейчас из видео про этого. Все закрыто, что делать? Да, она откроется, откроется, жми. Все нормально. Так. Теперь главное, чтобы дверь нас не раздавила. О. Я починил. Ты да, не починился. Аптечка. Которую нельзя взять. Неполадки в интернет-соединении. Возникли неполадки в интернет-соединении. Да ладно. Мы пытаемся восстановить связь. Кто пытается? Может, из-за того, что у меня прем включен? Я думаю, это одна из причин. Ну, в общем... Выключаю стрим и перезваниваю. А? Ага. Ой, господи, качественный контент. Алло. Ничего не изменилось, по-моему. Ты это какое-то произведение искусства середины 17 века. Что это? Ой, хорош. Боже ты мой! Класс! Как видел с этими пьяными. Да-да-да. Снятые в какие-то начало 90-х, потом оцифрованные кое-как. Мы, собственно, играем в первый Half-Life, все правильно. А ну поехали. Так, ну хорошо, что на преме картинка хорошая. За каком? Это да. Фу. Так, Миша, напоминаю, что мы не можем респавниться, поэтому давай не умирать. Ну, легко сказать, как бы. Давай не умирать. Это... Они не пролезут. Ха! Неудачник. Прелесть какая. А там есть где-то монтировка? Не здесь была ли? Мне казалось, что здесь. У меня затуп просто небольшой. Ты нашел монтировку? Нет. А, не нужна монтировка. Или нужна? Я уже жал на эту кнопку. Сейчас он подойдет, подожди. А, все, окей. Это спасение заложников просто. Угу. Сейчас, секундочку, я тут... У меня тоже игра начала подтормаживать, все нормально. Игра подтормаживать начала? Воу-воу-воу-воу. Главное, тихо, не умирать. Да ну, это как... Так, а вот здесь? Беги! Я застрял! Блин! Охренеть, краб какой! Давай, он за нами бежит! Все, мы в безопасности, Миша. Я тебя спасу. Я твой охранник. Наконец-то! О, у нас разный этот звук от монтировок. Нифига себе там мясо. 18+. Так, наверное, нам наверх, я подозреваю. Главное, не вниз. Блин, я так этот звук... меня... Ностальгия просто. Воу-воу-воу! Полегче! Тихо. Я убил его. Кого тут? Кто стрелял? Тут чувак с щупальцами. Дай пистолет, слышишь? Я авторизую насилие в отношении него, с твоей стороны. Да он терминатор просто. Iron Man? Нет, не слышишь. А, вот ты про это говорил. На самом деле у него две атаки, потом он как бы да. Ну ладно,
Тут, кстати, нельзя удерживать курсор в окне, потому что мне иногда... Можно. Главное, чтобы вниз не... Ну, то есть, я просто скрыл нижнюю панель и все. Не, у меня мышка за пределы окна, когда выходит, я могу нечаянно активировать другое окно. А это товарищ точно не идет с нами. Пойдем. Мы с тобой охранники Михаила. Все. Мы с тобой идем, в общем. Да. Скотина. Давай, ну, у него бесконечные патроны, нормально. Перезаряжайся, слупок! Почему в корпус стреляет? Блин, монтировка нереально проще. Так, давай... Не знаю даже куда. Я обхильнулся. А, я вспомню, аптечка здесь за углом была. Где-то была аптечка. Ты пошел не туда. Да, не здесь она. Тут уже мутирующие ребята могут быть, хотя... О, что я... Там патроны были. А-а-а. Ой, тихо, не высасывай все, слышишь? Ладно, давай, ты VIP, поэтому... Сколько у тебя? 70. Докачивай. О, вот вообще 77-77 у нас. Нет, у меня 81. Может, тут есть... Ну, открывайся. Не та дверь, что ли? Нет, тут наверняка лут где-то должен быть. Нет, лута тут нет. Ладно, веди нас. Мне кажется, надо сюда. Ты в центр пошел? Да-да-да. Добро. Не, мне кажется, ты куда-то не туда завел. Я, у меня с вебками все еще проблемы. Да-да-да. Ну, все нормально, в общем. Она тупо не работает, да? Она плохо, да, работает. Ой, тут хедкраб. У тебя есть фонарик, не забывай. Действительно есть. А! Боже ты мой. Тут, кстати, хпшка похилялся уже, да? Нет. У меня 90, давай, похиляйся. 77. Готово, фуловый. Логично. Посмотрим, как долго мы сможем такими остаться. Слышу. Да. Да там они на профессора охотятся. Да, да. Пуль непробиваемые стекла, к сожалению. О, смотри там. Смотрит фильмы. Стримчик запустил. С двух сторон подкрадываемся и окучиваем. Добро. Да, блин, я застрял. Не было ни одной проблемы в Half-Life, которую бы не решил монтировка. Пистоль! Где ты взял его? А ты где вообще? Дальше пошел. Еее! А, ну пистолет тут слабенький пока. Да. А что за модель такая странная? Беретта, что ли? Откуда Беретта вообще? Все, прошли уровень. А что делать вот с такой вебкой? С какой вебкой? Я предлагаю отключить ее к чертям и поставить тебя просто, и все. Ну, ну как? Ты... Нет, может еще раз перезвонить? Попробовать. Отлично. Но... О, лучше. Лучше? Идеально просто. Вы посмотрите, какой красавец оказывается БСП. Кстати, у тебя нет просаживания FPS до тех пор, пока не альтабнешься. Ну, то есть оно восстанавливается, когда альта проходит. Кажется, у Гитмана была такая же штука. У меня вебка скинулась обратно на... Да ничего страшного, на самом деле. Главное, чтобы помещалось. Да, нормально. Нормально. И так сойдет. Это популярная фраза, БСП поправился, ага. Ой-ей, сори. Не-не, фул хп. А мы куда вообще идти? Нам, судя по всему, не, может, мы оттуда наверх. Пришли. А, вот все, открыл. А, там кнопки, да, надо смотреть на стенки. Тихо! О нет, только не эти твари. Что они делают? Тоже мне хардкор.
сразу. По-моему, главные противники в этой игре — это мы сами. А почему они такие плотные? Нифига себе, иди-ка ты. 50 хп. Вот я альтабнулся нечаянно. Жесть какая. О, у меня есть аптечка. Как это? О, можно оживлять, типа. Ой. О-о-о. О, на кьюшку, Миша, можно жжать. Это же... Круто. Это знаешь, чтобы все думали, когда, ну, от твоего лица смотрят в КСе, что ты шаришь, и ты постоянно оружие так меняешь. Про. Это мне не хочется туда идти. А где сзади вылезает, вон, вылезает из дырки. Это вортигонцы уже. Блин, что-то не нравится мне. Опа, 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 опа. Крабы, крабы. Там еще хилка за этой штукой находится, смотри. Бери, бери. А ну чувак, что ли, сидит? Какой-то? Внутри, да, да, да. Он прятался. Блин. Мобов как в одиночном. Так, тут патроны. Ну, ребят, блин, я не знаю, как... Может быть, из-за того, что мы классический мод включили, может, надо было не классический, а какой-то другой включать? Так хорошо все, что не нравится? Так, я все-таки звук убавлю, что прям совсем громко. Звук, как кажется, реверберация какая-то в этом уровне. Ну, то есть... Когда мало здоровья, можно подойти к ученым, нажать Е, он залечит. Нифига себе, каким-то образом, интересно, он залечит. И здоровье ли он залечит мне, или просто залечит что-нибудь. Опа, опа, я дал воду. Нормально, я поднимаюсь. А куда плыть-то? А там одна только часть, где мы не были. Ну, ясно. Отлично, блин. Я, кажется, не туда приплыл. Ты задохнешься сейчас, что ли? Миша, мы тут... Уже. А нам нужно вон туда, вот смотри, да, вон давай. Туда. Поехали. О! О! Давай, давай, скорее, выплывай, блин! Я не могу. Выплывай! Ты твою ж... А почему? Мы же, у нас ноукалайт стоит, или... А, нет, мы можем друг друга толкать. Вообще, вообще круто. Блин, ну как давно не игрался такой. О, я помню этот спуск. Опасный. Так, для тех, кто недавно присоединился, у нас тут Half-Life 1, патронов еще 17. С БСП и бобром. Так, поехали, Миш. О, меня это телепортировало. Сейчас они будут прыгать с разных сторон. Они прыгают. В полете ловим просто и все. А, ну изи просто, в полете. Ну что, по тарелочкам. Да ну, лучше. Лучше. Просто уворачивайся от них. А, окей. Ну а что, зачем? Friendly fire нет? Да не, уворачивайся, они все равно по тебе не попадают. Они пролетают мимо и сам копятся, в общем. Проблема в том, что у меня, когда я мышкой ввожу за предел... Да-да-да. Что? Как? Как? Я тоже не понял, как это произошло. Как? Что это? Two retries left. Сейчас карта перезапускается. Что это? Кто там про изи мод говорил? Так, тут... Капец. Это просто какой-то... Слушай, ну хп у них прям совсем мало что-то. О! Оп! Хотя, может быть, это и есть реализм. Ты что там делаешь? Да! Слушай, ты меня можешь аптечкой поднять? Я по лестнице забрался наверх. О! О! Спасибо.
Я даже не знал, что это работает. Короче, не надо вместе ходить, я думаю, потому что в случае... А ну, в то чем есть... смысл? Не, на дистанции я имею в виду надо. Да ты с пистолетом... Ну ладно, да. Я в шоке. Голум поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Там. Блин, там граната, как... Решил я выделиться из серой массы и сделать себе татуировку. Ну пошел к здешнему мастеру по кликухе Гендальф. Давай, бил он, бил мне тату на попе. Боли и страдания я пережил. А потом к зеркалу подхожу, а на булочке набито. BSP and Майкер. You shall not pass. Что ты смеешься? Там от Голума донат пришел по поводу You shall not pass. Короче, он говорит, что мы не справимся. А, да ладно. Ну ты все забрал, молодец. Предлагаю гранатами убивать хедкрабов. Ну так, чтобы совсем наверняка. 10 штук есть. Так, теперь надо вспомнить, куда идти. Вниз. Да, да, можно. Опа. Что такое? То есть упал, потратил хп, подхилялся. Ну как бы да, цикл прошел. Падаем. Там вортигонец, погоди. Слушай, перезарядка тут, конечно, мастерская. Видите? Патроны бери. А. Ну нет, так нет. Я воду включаю. Давай. А что нас убило-то на подъемнике, скажи мне? А там... Там уже... Да, блин, ну... Почему у меня стрим, кстати, не работает? Это норма. А, окей. То есть у меня он запускается и сразу виснет. Попробуй-ка включить прем. Да-да-да, давай еще, чтобы вебка полагала. Так это вебка... Ой, так, а сейчас вот внимательно. Держись от меня на дистанции. Я боюсь, что это как-то... А там вообще кислота или вода? Может, имеет смысл просто свалиться туда? Я бы не стал. Потому что если там вода, то... Ой, у меня 40 хп уже. Блин, я боюсь, что... Отойди от меня. Не, нас просто раздавило. Там написано было... Смешт. Где ты? Аптечки, подними меня. На меня летят 4 краба, и я смешт. Предлагаю прыгать в воду. Потому что это вода все-таки, мне кажется. Ой, там значок, видишь, лямбда какой-то значок. Может, это... Класс. Просто класс. Ну, мы знаем, куда идти. Давай сразу не отвлекаемся ни на что, как бы. Ну, в секреточку-то можно. Какую секреточку? Там надо ученого еще вести, это же дофига времени. Всех хэдкрабов за собой оставил, кстати. Не может быть. Да точно тебе говорю. А ученого ты так и не привел. Ну я его позвал, но он не пошел. Ты не вызываешь доверия просто. Какой-то товарищ с кочергой в скафандре. Ой-ой-ой-ой! Что случилось? Да на него как раб прыгал. Вы лифт не убили и сразу на него залезли. What? Мы лифт не убили. Можно спуститься по парапету сбоку лифта, только в присядку, чтобы не раз... Понятно. Сейчас попробуем тогда так и сделать. По одному только, я полагаю. Свидетелей оставляем? Нет, нет, нет. Пленных не берем, свидетелей не оставляем. Ну ты смертный, забей. А ты уже спустился туда? Да. Блин, какие же они...
почему они такие слабенькие? Или в этом как бы вся фишка, что монстр-то слабый, а как бы мы все равно умираем. Ну, вылазь ты, да, из воды, блин. Все, я вылез. Аналогично. Ладно, я пошел первый. Ты держись, если что. Так меня все равно партнер, как бы. По парапеду. Сбоку, да? В присядку. Ай, блин. О, о! Там шестеренки, да? Были. Что там? Я в присядку распрыгиваться начал. Почему ты меня отталкивала каждый раз? Так, предлагаю следующую карту просто стартануть и все. Так в смысле? Ну, раз такие баги, что нас смешит просто. Давай не будем гранаты просто брать и терять время. Что, ты предлагаешь просто там снова отдаться? Да мы сейчас спустимся нормально. Изи, да? Ну, как скажешь. Еще левее, говорят. Еще левее. Я могу еще левее. Спуститься не могу. Вдруг... А, вот все нормально. Еще левее, это без проблем. Ну, так вот... Реально, ты он не... Вы... контрол и... Да, да, да. Слишком поздно понял. Выруби survival мод, так это же неинтересно будет. Да, да, конечно. Поехали. Нет, 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 нет! Твою... Нет! Не так, не так, что ты делаешь? Да! Ой! О, а как так? Опа. Я не понял. Где ты? Где ты? Я могу тебя воскресить. Где ты? Что это? Что вот это? Настолько... Может, они так быстро летят, что как бы, ну, F равняется MA, и как бы нас они это... Ну, мы сейчас, короче, пройдем этот момент, как бы, как есть, а потом я... То есть все, мы читами воспользовались, да? Да. Ну, ребята, никто ничего не видел. Ну, вы сами видели, это баги. Как бы у нас не было выбора. По 20 раз одно и то же проходить. PSP8-бит, доедешь. Вернулся качественный контент, я вижу, отлично. Куда ты там двигаешь бочки? А, ты хочешь наверх? Да там аптечка-то слева была. Там лямбда какая-то, видишь? Ой-ой-ой-ой-ой. Да хватит патроны на крабов тратиться. Кстати, ты можешь тап нажать и посмотреть. Счет наш. Счет отличный. Да, о. Аккуратнее там. Из видео вырежем, конечно, вырежем. Мы все перемонтируем так, как нам удобно. Фэл, да? Это мы тоже вырежем. Короче, я теперь за тобой буду смотреть. Я не уверен, что сюда нужно падать. Что такое? О, армор появился, прикинь. Лямбда — это респаун, если кто будет на хардкоре. А, ну, полезная информация. А как ты, как тебя зарезать? Проходи карту. Так просто? Угу. Вот ты... Блин, у меня еще не какая-то стать. Как удержание смотреть? Поставить, точнее. Смотри, чтобы тебя сейчас не расплавили. Обижаешь. Ой, ой. Вот дверью я мог убиться, изи. Ах ты, скотина!
Ты в курсе, что, Миша, тут можно... Я... И тут он завис окончательно. У меня для вас новости следующего характера. БСП, хост. Что? Я просто... Что ты смеешься-то? Ты хост, ты в курсе? Тут можно 16 на 9 поставить, вот что я хотел сказать. Да ты что? А ты не мог бы, как бы, не руинить катку? А я не знаю, почему она вылетела. Давай поставим 16 на 9, не будем париться ни с вебками, ни с чем. Ни с чатиком, да? Ну да. Как вам такое, ребят? Хотите в Full HD? Да, давай. То есть просто ставь 16 на 9. Прощай, чат. Да у меня реально вебка. Да вообще не говори. Ой, зря я это сделал. Там, по-моему, растянуто все очень сильно. Пацаны, показывает хорошо же? Как-то. Че ты смеешься-то? Да нет, черный экран. Да? Нет, ты можешь, знаешь, как сделать? Ты можешь теперь сделать, развернуть на весь экран и свою вебку с этим, с Кингом просто поставить, и все. И все будет хорошо. Ага. У меня он не стартует в вайтскрине. Почему? Ну, просто крашит. Говорит OpenGL, не алло. Странно. А ты run on Windows возьмешь ему? Конечно. У меня все запустилось. Очень странно, что у тебя нет. Да, да, это, конечно, очень странно, очень интересно. Ну ладно, давай оставь пока как было. У меня... Ну все, я же все убрал уже. Ну... О, боже мой. Да. Как-то фейл на фейле получилось. Что со звуком от BSP? Еще и звук, что ли, лагает? Ну, у тебя коннект фиговый, скайп как бы... Тоже такой глуховат, слегонца. А ты как бы видео включил уже, да? Да, включил. Тебя тоже включить? Не-не-не-не. Не, давай я включу. Давай. Вот БСП сейчас показывается. В принципе, разницы между вот этой картинкой особо и нет. И то, и то статичное. Добро пожаловать в реальный мир. Ты создал уже? Да. Отлично. Фу. Качественный контент, пацаны. Да, завезли. Смещающий чат. Хреново. Подвис. Да, сегодня какой-то... Слушай, это не то. Ну, серьезно, ты не мог бы миссию нормальную создать? Да не-не-не, тут мы же сами выбираем миссию. А, ну хорошо. Тут же поднимаешься наверх, как бы. Мне вебку оставлять, как бы, это надо еще, нет? Конечно, надо. Ради вебки тут, в общем-то, и смотрят. Чаптер 3? Какой Чаптер 1? Не-не, ну, наверное, это миссия-то какая была? Кто ж ее знает? Вторая, давай со второй просто и все. Давай со второй и все. Становись. Становлюсь. Раз, два, три. Что-то у меня так все тормозит, ты бы знал. Да, у тебя как-то прям... Нажмешь на... Миша тормозит первый Half-Life. Оу, короче. Чуть дальше, я думаю. Как
next сделать. Change level там, по-моему. Change level. Так. Почему-то тут нету команды change level next. Ну точнее есть change level, но не знаю, какой следующий будет. Поэтому. Там старая вебка до сих пор. Братишка! Ой, так, а ты Джей нажал. О, боже. Какой-то трэш, а не стрим, на самом деле. Получается. Отлично, отлично. Давай уровень только нормальный, и все. Я готов. Ну, завод. Сейчас я посмотрю, как эта карта называется. Да, без проблем, не торопись. Скорее всего, это HLC-03. Change level. Я погреюсь пока под лучами радиации. Что-то... О, нормально. Пистолет есть. Да, где-то здесь. Уверен? Да, да. Мама, нет. Не, Миш, мы не здесь были. Ну, чуть вперед, но как бы все равно патроны по оружию видно, что все ок. Что такое? Так, мы и будем проходить эту игру. Да, не кипишуй, все нормально. Что там скинули? Там видишь, сколько препечатали. Там картинка какая-то. Сейчас посмотрим. Что-то, что это? Так, тут есть какой-то выключатель. Тихо. Он мог нас доставить наверх. Блин, что за трешня-то пошла? Вообще все отлично. А как ты выбираться отсюда собираешься? В смысле? Там, кажется, наверх как раз нужно. Не-не, тут дверь надо открыть, просто и все. Да как ты ее... Так, я хочу нормальный сетплеер модул поставить, чтобы мне был. А... Да. Нам надо через... Да-да-да, ты налево, да, пошел? Да. Там вентиляция должна быть такой. Да. Какой звук прикольный, когда. Да. О, боже. Так, а чего? Ну так что, ты строитель, да давай. Говори, что тут как. Куда вылазить? Тут лестница где-то должна быть. А может, мы должны были типа их просто убить, и тогда можно стартануть эту хрень? А как ты ее стартанешь? Там вообще разве не труп лежит охранника? Труп. Ах, новые сообщения внизу. А, все, я справился. Стекло можно было просто разбить. Где? Я вот и забыл. А зачем мы туда лазили? Не знаю. Я с тобой пошел. Полезем сюда, там под напряжением, но есть хилка. Я тоже хочу таким же. Это кто ты? Гарри Поттер? Это Борис какой-то. А, во.
Так мало нужно для счастья. Чувствуете человека? Просто этот искренний детский смех. А зачем я сюда пришел? Почему Black Mesa вдруг развалилась из-за некачественного технического обслуживания? А, ты выключил, да? Да, опа. Братья Марио. Слушай, ну ты там хватит уже наяривать-то. Ты Луиджи будешь. Оп! Ты Луиджи Марио, а я Марио. Слушай, тут вообще хоррор идет. Мне кажется, уровень сложности поменялся. А, нет, они всегда с первого этого уходили. А change difficulty есть тут такой? Закрыто. Не знаю, наверное, есть. Ребят, подскажите, как супер уровень сложности поднять, если есть такая, как бы, команда. Наверняка должна быть. Так, мы отсюда пришли. Да. Вот тут ящики. Тут ящики, и наверх можно забраться. Слушай, ты где-то в другом месте, по-моему. Ну, у меня тоже есть ящики, так что все ок. Хорош. Хард? Так и реалистик у нас же. Четвертый реалистик вроде. Это команда хард. Это difficulty какой-нибудь. Есть такое? Оттуда выпал только что. Я выпал вот отсюда. А, нет, точно. Можно два сразу двигать, можно. Нет, fail difficulty нет такого тоже. Блин. Что это? Наш... Дробовик! Да ладно! Oh, yeah. А я тут ящики таскаю, блин. Правильно ты все прыгал. Ты уже все, уже не докажешь. Твою ж медь. Реально, как братья Марио. В общем, я жду, пока ребята в чате мне команду на difficulty скинут. Почему БСП такой качественный, динамичный? А у меня 5000 картинков. Это лучший стрим в плане качества и подготовки. Патроны. Он скоро БФГ найдет, пока я тут пытаюсь на лестнице запрыгнуть. Я не только нашел патроны, я нашел еще аптечку. Аптечку нашел? Охранник, который с нами. О, все нашел. Так. Ну я на прогресс играю, короче. Не знаю, как ты там, но я нашел... Вот это да! Короче, difficulty не то. Что difficulty не то? А, может и там. А, я пробегу! Я пытаюсь понять, где ты вообще. Мы да твою ж медь! Ну нет, 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 я не хочу умирать! Леонтьев was killed by... Кто там? Кто тут краб? Здоровенный краб, огромный, на пол экрана просто. Тут еще одна аптечка. С ним вообще ничего не сделать, он вышел на пол комнаты реально такой огромный. Маленький, маленький. Да какой маленький, огромный краб! У бобра глаза велики. А ты вообще резаться будешь? Да я не могу, я опс-мод. А, ну говори, короче, тогда куда? Ну, для того, чтобы говорить куда, нужно понять, где... Вот, стоп, назад, иди сюда, налево, 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 говорю. Вот ты даешь, а. Пойдем сюда, в красную дверь. Сюда? Видишь ящики серые? Давай, давай, запрыгивай на лестницу.
На лестнице, знаешь, когда вентиляцию голову засовываешь, а там какая-нибудь тварь сидит и ждет тебя уже. Давай сюда, сюда, не боись. Ну и такой тяжелый, я тут моментально прошел. Может, надо ящик сюда поставить? Да, я запрыгивал с этого. Просто вверх и все, не прыгай. А, не прыгай. Да, не прыгай, я тоже не сразу понял. Стоп, здесь аккуратно. Здесь аккуратно спускаешься. Ну и ползи сюда, ползи, тут же никого... Не туда спускаешься, что ты... Ладно, не сюда, назад идем. Назад иди. Вот сюда вот. Да, вот, вот. Нет, 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 нет. Блин, как же тяжело. Вот в эту дырку падай, да. Вот в эту? Да, да, да. Смотри, вот справа от тебя... Вот высунься, посмотри. Будет турелька, она в тебя стрелять сейчас будет. Тебе нужно пробежать вот, вот сюда, вот, вот. Прямо на... Да. Короче, понятно. А ты можешь мне как-то рыбку починить? Скобар со мной разговаривает. Ну, как я могу вебку починить? Ты звонишь, ты чини. Сколько хп у тебя? 100. Пробегаешь прямо вот в красные ворота. Тебя там ждут три краба. Говори, что от меня. И поднимаешь там, где вот зеленая хрень валяется, это я. Вот прямо под, под тобой. Где-то здесь я должен быть. Не-не, уже не туда. Да, вот здесь где-то. Ничего не вижу. Ну все, тогда меня нет. Ладно, я буду твоим тогда мапхаком. Пойдем дальше. Там отстреливается нубас. Два краба, один остался. Дальше проходим. Красная... Так, спокойно. В этой двери никого, кроме двух ученых, которые... Не открывается, да? Оно так не откроется, ну ладно. Ребята. Пыщ. Двое, двое, с другой стороны тоже. Молодец. Прямо по курсу. Чисто. Заходим, заходим. Слишком много увидел. Там выход как раз, выход, ты правильно бежишь. Ничего себе. Гранаты. Кидай. Нету. Как нету? Нормально, они почти закончились. Идет один, один идет. Трое осталось. Двое, трое опять. Краб еще маленький, краб идет дерзкий, дерзкий краб. Ползет, ползет, о, молодец. На кассе один. И остался один в коридоре. Направо ушел. Лево-лево, через банан идет на длину. Реально, они тут выходят пачками просто. Откуда они выходят? Ну где ты вообще? Да ты нажми огонь, чтобы на меня портнуться просто. О, хедшот. Просто же самое забавное, что все это время у меня вебка вообще не работает. Да. Короче, направо иди, направо, и там вроде коридор на выход. Ничего не помогло, надо перезванивать. А, слушай, она у тебя вообще как бы... А что, перезвонит? Может, перезвоним? А что, перезванивать? Может, перезвоним? Ну да. Вот это дело. Ну, пофиксилось. Отлично, да, все. Так сразу не мог, что ли, сделать? Подходи, конец уровня близок. Так, давай, веди меня. Прямо по курсу красная дверь. Authorized personnel only. Authorized. Здесь сразу аккуратно будет этот язык, ты его заметишь. И ученый, и хилка. Куда ты вообще забрался, слышишь? Лево. Выйди из этой зеленой хрени. Ну понятно.
Выходишь направо, красный этот, через зеленую комнату, потом поворот направо, в красную дверь с эксит. Да где ты там стекла? Господи! Ой, так. Тут вот-вот. Ты видишь, что? Да. Лечись. Ко мне 100%. Наверх. Ой, там... Два краба за углом. Два краба за углом. Аккуратно. Куда ты? Выходят, выходят. Туретка работает. Так, пацаны. Я вас спасаю. Еще один краб за углом. Быстрее, пробегай, пробегай, пробегай. Да не стой, зомбарь, 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 зомбарь. Спускается. Хорош. Ну, за не углом стой чисто. Под туреткой. Хорошо, один выжил. К стенке прижмись, к стенке. Окей. Ну, чтобы не рвануло, когда я рядом с ней был. Дальше чисто все. Чисто. Красная дверь в конце. Хил и офицер. Офицер. Фу. Краб, краб, краб. Сзади, краб. Мазила. А где? Вот он. Внизу, внизу спустись. Там гранаты и патроны для дробовика. И динозавр. Черт, убил меня. Слушай, может я как-то можно все-таки реснуть? Да можно, следующий уровень не реснем. Хорош. Вот не, я могу просто вбить, чтобы респауны сбросились. Да ты уже практически прошел уровень, я думаю. Справа, ох ты, там справа дверь с лутом. Надо этого просто привести, скорее всего. Открой мне дверь. Дверь мне открой. Слушай, этого негра, отца, как ее звать-то, из второй части? Алекс Венс. Его убили? Ну, потом. Нет, сейчас. Не, сейчас его не убили. А я думаю, он что убили. Он там откачивался. Найди лямбду и Майкер Ресница. Майкер, ты знаешь теперь свое задание. Чш-чш, на ножах. Ты ведь снимаешь? Да, я снимаю. Да, спулил, спулил! Никакого стелса. Так, хреном. Крабы, крабы атакуют. Как они выжили после гранаты? Мне интересно. Так. Дальше просто коридор. Длинный. О, лямбда здесь, лямбда! Где, лямбда! Где, 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 прям где? По коридору! Беги скорее! Бегу! Беги давай! Давай беги! Пацаны, наконец-то бобер вернется. Минут на 5, я думаю. О-о-о! Пыщ! Пыщ! Всё. Мне бы хилку, пушки и армора побольше. О, боже. Так, я застрял. Ну, все нормально. Тихо. Два строителя спасают комплекс лямбда. Ну, что, вперед. Тут просто холодильник, поэтому как бы... Да? В этом дело. А ты можешь спокойно пройти, что ли? Я понял. Пропрыгивай, да. О-о-о-о. Слай. Так, надо наверх. Ты уверен? А здесь проверить. Бешеные ученые какие-то. Так, главное не отдайся теперь. Да вообще, я не умею. Воу-воу, какая хрень большая. Миша. Да! Пукаешь.
стелс. Подкрался. Да-да-да-да-да. Вот, смотри, что надо делать. Так. Ящики сбивать? Не-не-не. А, запрыгнуть туда, я понял, да. План понятен. То есть я так немножко не понимаю, как это в одного проходилось. То есть, а, теперь ящики просто туда-сюда курсируют. Ну, понятно. Окей. Ну, давай. Теперь 55 хп. Напоминаю. Скорее. Ого-го-го! Повезло тебе. Арморчик. Power 75%. Ну что ты не перелез-то? Куда? Вон, вентиляция. А, о! Успел. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Как в первый раз прям. О, давай, возьми себе. Вон. А, да. Давай, 25%. Да-да-да, на всякий случай просто. Ой, тут что-то нехорошее. Черепах ранят. Там языки аккуратно. Да, вижу. Нифига себе, ты заелся. Зажрался. 100%. Персент успокоит, как известно. Так, я... Ой! Стреляй! Лестница в никуда ведущая, кстати, такая. Я вот по ней поднялся. Гениальное инженерское решение. Наверх, давай. Я скинул, что ли? Ты меня скинул. Там тупик. Не знаю, как вам, мне очень весело. Вы могли это понять по моему смеху. Слушай, а чё он такой здоровый? Он прям с коленку там. Да, огромный краб. А меня завалил вообще король какой-то. На полукраны был. Серьезно. Ой, а фонарик потух. Ты куда делся? А, там батарейка садится, видишь? Опа! Так, а ты где? Я здесь, а ты? Я на батарейке. Мы тут были, да? Нет. Да были, вон наши ребята. Да. А что мы сделали? Не знаю. Ты наверх же поднимался, да, к туретким? Да. Ой, ёп. Нет, туретки тут уже нет. Это какая-то другая, видимо. Да. Подожди, там... Открывается, не открывается? Джимен! Убей его, убей! Козлина, всю жизнь нам испортил. Да блин, Синьор, что случилось, дела? Что происходит вообще? Тут какой-то трэш происходит. Слушай, дробовик, какая мощная тема. Возьми его, Миша, вот он. О, ну наконец-то. То есть, а с одного выстрела вплотную уходят, товарищи. Что такое, что? Да просто жди, пока он, да, прям вплотную. Я понял. Воу. Блин, ты бы знал, как мне не хочется. Смотри. Прыгать на эту лестницу. А есть кнопка бежать? Ты по умолчанию бежишь, если только shift не зажимаешь. Не делай этого, одумайся! Нет! Слушай, тут реально как-то... А надо больше отпрыжки надо? Я боюсь, погоди. Меня еще вот этот смущает, который за мной носится. Стой тут. Мы будем помнить тебя. Не надо распрыжки. Так, возьмем нож в руки. А как он цепляется? Он сам цепляется или на Е надо жать? Не-не, он сам должен. Короче, прыжок с контролом, мне кажется. Короче, он зацепился сразу и нажал зачем-то пробел еще раз.
Что делать? То есть просто прыгнуть, да, и все, он цепляется. Да. О-хо-хо-хо. Так, теперь, Миша, я слежу за тобой. Веди меня. Веди меня, как никто никогда не вел никого. Так, а как... А, вот. Ну там профессор болтается, профессор. Уже не болтается. Ну тебе на лестницу наверх. И в лифт залезешь потом. Ну ясно. Я не хочу. Давай, Миша. И в лифт. А, вижу. Ай. Ай. Давай. О! Жми Е. Е. А, ты прав. Да. Да не, он сам должен, конечно. Ой, ты опять Эскобар. Да? Эскобар. Я ничего не могу поделать. Ну ты здесь. Я из первого StarCraft. Отлично. Глайв онлайн. Ой, тут все, хилка, все есть. Бери себе армор. Ой-ой-ой, его кто-то убил. А как security открыть? Смотри, там сколько ништяков. Сейчас, погоди. А, ну через вентиляционное, очевидно. Не-не-не. Пожарочку. Оп! О, чем дальше, тем веселее. Сейчас я за храме подхожу. О, нет, не-не-не. Да, Так, да, это, да. короче, наверное, гранаты лучше снять. Оп. Понятно. Так, давай еще раз, только как бы это. Да, не очень далеко. А-а-а, прячься! Очень интересно. Может, а, там туретка просто работает, погоди. Я ее опрокину сейчас. А! Как ее прокинуть-то? Я пошел. А, я все, граната. Опа, 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 ресаются. Процент. А чё пауэр у тебя 25%, извини. Ой. What's up? Мне чистое белье, пожалуйста. Ты готов? А вот эти взрываются. То есть тут перепрыгивает. Изи. Теперь я. Да. Ой, вортигонец. Дробовика его. Я еще раз слышал, один заспавнился. Да второй тоже умер здесь. Жеш. А что там пошли пики какие-то? Да все в восторге просто от нашего прохождения. Так, еще одна туретка. Две туретки. Не-не-не, скажи, где они лучше. Давай это самое лучше. Да что за смс-ки-то? Смотри. А я хочу вот сюда вот зайти тоже. Патроны взял. Вот в этой комнате тоже много всего хорошего. Но почему-то не открывается. А, я понял. Кажется, как раз через вентиляционную можно будет зайти. Уверен? Она вон туда ведет. Ну я там все взорвал. Да, там должна быть вентиляция. Так, давай-ка попробуем здесь. Здесь что-то можно уничтожить, а что-то не стоит. Ну, лучше, да, пока ничего не уничтожать, наверное. Ну, туда перепрыгнуть, патроны там лежат. Перепрыгнуть? Нет, через вентиляцию тоже. Тоже через вентиляцию. Да Миша, хватит. Ты, может, отойдешь? А что там? А, тут туретка. Господи. Они поворачиваются! А-а-а! А-а-а! Господи, за что? За что? Я думал, это ты стреляешь наверх. Да делать мне нечего, что ли? Капец. Там две туретки.
Бам! Сейчас она спавнет, все убьет. А где она? Прям вот внизу слева. От тебя. Ну да, слева. Прям за ящиком. Да-да-да. Прям по курсу мой труп. Быстрее, 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 пригинайся! Вот он, я лежу. Есть аптечки? Есть. Есть музыка из миссии не упал. Нет такого продакшена мне. Еще на 5 минут мне хватит. Так, тут мокрый пол здесь. Ну, я внимателен, иди вперед сам. Кнопка и... Ой, там туретка. За углом прям. Это ты как определил? Увидел ее? Ё-моё. Что там началось-то? Там что-то горит. Там их две, по-моему. Одна все еще жива. Прям за углом, вот прям вот, прям вот сразу. Все, она почти не осталась. У меня сцепкой снова проблема, Миш. Что говоришь, чем проблема? Сцепкой снова проблема. Да, вижу. Тут фаер кнопка, но не думаю, что не стоит. Давай сюда сначала посмотрим. Может не стоит, если туда свалишься, потому что пол скользкий. Я понимаю, но... Да, там уже 15. Ничего. Я готов стрелять, если что. О, винтовочка появилась. Винтовочка появилась? Какая винтовочка? Хилка! Ой, Джимен проходит наверху. Откуда у тебя... У меня ее нет. Ты где ее взял вообще? Ну, если... Достаточно скиллованный игрок, то ему нормальное оружие дают. Главное сейчас разбежаться и... Так вот. Еее! Что там внутри есть, что? Патронов немножко. Найт. Нахер я подобрал около первой турели, но я почему-то ее не видел. Ха-ха! Не, реально как StarCraft. Не, даже хуже. Надо запомнять, кстати, на какую миссию мне. Опа-опа-опа-опа-па. Тут спецназовцы. Винтовочку хочешь поднять? Ага, вижу, вижу. Ты ее еще что-то? Нет. Он тут валяется. Винтовочку хочешь поднять, спросил Миша, и тут поднял. Еще одну дали, вообще. Зачем тебе две винтовки? С оптикой, вообще. Уааа. Крутотень, просто крутотень. Короче, я с дробовиком, видимо, буду ходить. Дробовик очень крутое оружие, зря-то так. Заходим. Тут что это винтовка, что это, как бы, они, ну, очень плохие. О, я помню эту штуку. Здесь же масса этих будет. Аккуратно с этими, со взрывоопасными. Какой-то он шустрый, блин. Скотина. Сейчас, короче, Миша, такой план. Я прорываюсь в сейф, минусую. Так. Плохой план, да? Да, чё по хп? 100%. Можно было обойти здесь. Теперь 100-100. Оооо! Я Макс Пейн, короче. И музыка пошла, да, такая? А, погоди, я музыку отключил нечаянно. Сейчас я включу обратно. Готов? Ну, да, ясно. О, тут воскрешение есть. Ты его взял, да? Что за портал? Портал призыва открыт.
Блин, а их никак не... Кроме как гренками не алё, да? Можно попытаться точными выстрелами. Я пока справа посмотрю, что интересного. Ух ты, многоярусная тема. Наверх можно забраться. Я пошел. Оп! А как? А-а-а! Меня жрут, меня жрут! Где ты? Я в комнате, меня жрут! Блин! Блин! Я думал, что можно до того момента, как... Воу! Фух! А-а-а! Я тебя спас. Спасибо. Там ребята, правда, бегают. Да, бегают. Капец. Чё это полез-то? Жесть просто какая-то. Я, кстати, 9 патронов в дробовике остался. Нам надо через этот бежать. Я там не знаю. О-о-о, я нашел. И этого немножко, и этого чуть-чуть, и этого. Ох, ой, хорошо. Тут не осталось, к сожалению, ничего. Да. Профессионально. У меня пока не отлично. Слушай, ну давай я выключу ее, что нам? Отлично, отлично выглядит. Перезвони. Я лучше перезвоню. Алло. Каждый раз так будем делать. Сейчас подгрузится камера и посмотрим. Что с твоим нетом вообще? Что это такое? Не знаю, мне это хорошо. Окей. Да. Я предлагаю себе включить ее. Как хочешь, могу выключить. Давай, я вижу. Он мне даже предлагает выключить ее связь там. Скорее, пацаны. Да я не могу оставить мне. Мне даже скайп сам говорит, выключи, ты дурак, что ли? Я не могу ее поддерживать. Ты решил мой портрет оставить просто? Ну пока да. Хилочка здесь еще есть. Если тебе хочется. Почему ваша группа называется Бредер? Ну Бредер! Бредер! Ладно. Ну как так? Выключай видеосвязь тогда. А вот звук наладится. Да кто там стреляет? Понял. Спрыгивать или не спрыгивать? Не надо спрыгивать будет. Да надо вперед туда идти. Там тупик. Слева туретка. Где туретка? О, тут прицел можно ставить. Миша, у тебя есть хп, это аптечка? Нет. Есть. Короче, я врываюсь, кочерги ее убивают, если что, у меня есть. Отличный план, давай. Поехал! Вперед! Так, кажется, БСП отвалился. Реально, в скайпе там переподключение. Ну вот этот суровый интернет, видите, дальневосточный, блин. Вчера трансляцию из-за него отменили, из-за этого интернета. Сейчас дискает, но хорошо, хоть БСП вернулся. Так. Давай, прыгай давай! Подожди. То есть план такой, все правильно. Слушай, а качество звука стало лучше. Да? И картинка клевая. А не мог ты раньше вот так вот сделать? Интернет отрубить себе мог. Да. Короче, я вырываюсь. Все готово. А если практически не потратил ничего. Ну. Тр-тр-тр-тр-тр-тр. Я чуть не вижу никого. А, это не ты, блин.
bomb has been planted. Ах ты ж скотина. Это алый берет. Наверху хилка есть, если нужно. Да что, черт возьми, тут происходит, спрашивает Зелд. Зелд спрашивает? Так, заканчиваем срочно. Срочно сворачиваемся. О, еще одна эмблемка Half-Life. Так, еще одна комната, ё-моё. А, ну мы сюда заходили, когда снизу были. Ты, кажется, снова отключился, да? Я не знаю, что происходит. Это причем твой я замечаю, интернет. Замечаю, что я отключился только над стримом у тебя. Когда я вижу, что там у тебя идет подключение. Слушай, давай выключим все. Ну, хорошо. Это, видимо, отголоски вчерашнего интернет-соединения замечательного. Ну, там один путь. Одно здание, помещение крупное будет, спускаться в нем надо будет. А, все, вижу. Я просто, видишь, я, у меня нет другого файлообменника, поэтому я пользуюсь только скайпом. Так, я давно что-нибудь себе поставил. Это гигабайт информации. Слушай, а зачем я спустился? Зачем я спустился? Не, правильно, правильно, иди сюда. Сюда вот давай. А, туда ты зря, да. Погоди, погоди. Короче, я next level, скорее всего, здесь. Да не-не-не, стопудово сейчас к тебе смогу прийти как. Да сможешь, конечно. Или нет. Я думаю, сможешь. Это Майкер берет лямбду, БСП виснет. Совпадение? Конечно, совпадение. О! А меня портнуло. А как так? Разбегаемся, разбегаемся. Стрейфуйся. Блин, как я неплотный, а. Ахаха, дробовик. Клевая музычка пошла. Там вертолет какой-то боевой. Что, он бомбит, что ли? Он бомбит. Блин, 9 патронов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он летает и бомбит. Я уже. Я не летаю, но как бы. Рестартинг мап. Ты меня слышишь сейчас? Да. Просто иногда мне кажется, что ты меня не слышишь. Я не хотел тебя услышать. Вот в чем дело, понимаешь? Потому что сейчас нам кажется, мапу-то надо будет. Да не, мы здесь. Капец. Просто проходим быстро и все. А, быстро, вот в чем дело. Ну, я думал, быстро проходим. Пока survival мод не начался, можно просто отдаваться и все. Ой, быстрее! Ну что, я просто еще раз на кнопку нажму и все. Да, конечно. Да. Заяц! Ты меня слышишь? Слышишь? Спидран. А, ты здесь уже? Ха! Ревайв хил, а как хил-то? Да что ж ты не сдохнешь-то, ну? Кинь гранату просто. Нет у меня гранаты. У меня есть. Сейчас одна осталась. Мне мог гранату убить. Так, быстро, 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 мейдей, мейдей, мейдей!
Ой, тут же опять этим. БСП опять отключился. Да-да-да, у нас подключился, мы по рации разговариваем. Жесть какая, а? Заходим. Смотри, пролетим сейчас очень быстро. Да уже пролетели. Главное там не разбомбиться опять. Если будет ток. Дробаша на прокрупке выстрел дуплетом. Да. Есть такая тема. Ну как так получилось-то, скажи мне. По мне стрелял спецназовец. А где ты был? Какой из трупов твой? А вот он. Где-то здесь. Подожди. Он реально... Он, видишь, дробовик лежит. Не, я применял где-то здесь вот. БСП, я не узнаю тебя. Только не умирай, прошу тебя. А тут просто царапина. Да все, убрался труп, я не возражу себе никак. Ну ладно, беги дальше. Да, я бегу. И опять отвалился БСП. Такой трэш творится. Да, сегодня прикольная трансляция выходит. Такого количества проблем. Где же вы там, да? Так. Как дела у тебя? Нормально, я слишком мертв. Это поправимо. Так, я... Я нашел лямбду, сейчас воскресишься. Я сейчас, спасибо, я даже... Так, у меня ничего нет. Это не важно. Там туретки живые, так просто. Ну да. Вообще. Да я решил за хилом сходить. Короче, ну хотя я сейчас выйду с тыла этой туретки, которая нам мешает пройти. Там уже нет туреток. Да? Mm-hmm. Ай да ты. Угу. Чего вы на изи проходите? В смысле, реалистик мод включен. И опять его отрубило. Такой он шустрый, капец. И перезаряжается еще так, чтобы его... Не видно. Алло. Алло, да, здравствуй. Давно не виделись, не слышались. Че, принцип такой же? Я не вижу на самом деле. А, поехал. А нет, там ее уже, да, действительно. Ну а сейчас тут будет, не переживай. Да, действительно есть. Они такие быстрые вообще. Да пропусти, ученый, горе ученый. В общем, убивай их, потому что... О, там попало. Да, я спасу его.
кстати, хедшоты не особо работают почему-то. Работают. Да вот я 4 раза ему в голову выстрелил. Из револьвера будут работать. Из револьвера, да, вообще там. Жду не дождусь, в общем, я. Что-то под вечер, конечно, у нас интернет меня подводит. Так может второго провайдера? Или у вас там особо выбора нет? Не, есть, но просто у нас у локалки столько всего интересного. Ммм. Расскажи. Короче, 3 терабайта. Какие 3 терабайта? Сейчас я тебе чтобы не собрать, я включу. А он офлайн уже. Ну короче, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 серверов. В среднем 20 терабайт фильмов. А, фильмов? Я понял. В смысле, ну. Да, из такой локалки не хочется уходить, конечно же. Так, ну хорошо. БСП продолжает отключаться. Что ты будешь делать? Не знаю, надо закругляться, я думаю. Давай эту миссию пройдем и на боковую. Без продолжения или с продолжением? Нет, с продолжением, просто надо выбрать время, либо тебе решить проблемы с интернетом и... Да не было таких проблем. Да нет. Идешь? А, ладно, тебя телепортируют. Короче, yeah. Смотри, там будет... там будет вертолет, который бомбит. Uh-huh. Вот, и надо сделать так, чтобы он не попал. А, вот ты в лифте уже, что ли? И ты тоже сейчас будешь в лифте. Через 5 секунд. 4, 3, 2, 1. А, угу. Мне нужен... Мне оружие-то нет, может быть, проблема. Вертолет ты оружием не убьешь, в смысле. Да не лезь, не лезь, не лезь, сейчас тебя забомбят опять. Как ты там живешь, в общем? Я оружие себе взял, сходил. А, он круги план... нарезает, получается, да? Тут план-то. Все, сейчас разберемся. Погнали. Ёпарас, это что ты там словил? Там трое, в общем, возле ворот слева. Угу. Короче, от тебя прям трое возле ворот, и не успеешь меня даже резнуть. Слева сразу, там ворота, и там 3 человека стоят. И вертолет летит еще. Надо понять, вертолет, как все, он... все, можешь бежать, только там спецназа дофига. Реально дофига. Ой, вертолет опять полетел, сейчас я подхиляюсь. Блин, их очень много. Миша. Да. Короче, в середине там бункер, тебе просто до него пробежать надо и все. В середине этого локации. Угу, я понял. Я тебе скажу. Да как? Откуда его даже видно не было? Так гранаты кидают, ребята. Что это такое вообще? Кто так строит? Вон только сейчас появился. Капец. Ну что, ты готов? Давай, final try. Сегодня. The final... Взял там... меня, подставил под эту, под ноги полез, и я вместо того, чтобы прыгнуть, минус ловил. Я впереди вообще. Конечно, впереди. Впереди он. Тогда гранатами лучше. Раз. Два.
Медик! Это ты там орешь? Наученный горьким опытом, да? Правильно, правильно. Слопок! Да блин! Ты скотина, а? На-на! Алена, что говоришь? Умрешь без меня, что будешь делать? В смысле, как умру? Это нереально. Тебя резать? Я живой. Красавчик. Смотри, мы сейчас вообще будем пролетать вместе. Только так. Да. А потом надо будет посмотреть какой-нибудь спидран на 20 минут с пролетом всей халфы за это время. Да ты паникер. Я с тобой разговаривал, понимаю, что ты меня не слышишь. Бывает. Нашел таки бочку, да, единственную? Меня подставили. Где ты там остался-то? Там как раз ученого. Ну? Правой кнопкой. На, блин! Нет, твою мать! Капец, это жесть какая-то. Это последний раз, когда я тебя взялся спасать. Господи, по-моему, это Lung laceration detected. Такая приманка просто. Почему я пробовал тебя сначала? Ну, в общем, понятно. Давай будем считать это прелюдии, да, к нормальному прохождению. Да, я надеюсь, завтра нормально с интернетом все будет. Ну, весело, игра хорошая, кооп заходит отлично. И надо запомнить только, какой это. Это зеленый лифт. Зеленый лифт? Да. Так, давай напоследок оставим отметку, что мы здесь были, тогда уровень точно не перепутаем, все. Окей. Ну что ж, уважаемые, спасибо вам за то, что смотрели. Стримчик, конечно, получился всего лишь двухчасовой, поэтому придется сейчас катнуть фуфашечку. Как-то так. Пока!